Сегодня начинается прием в первый класс школ на следующий учебный год. В регионах Уральского федерального округа свыше 171,5 тысяч будущих первоклассников. Из них 26 тысяч на юге Тюменской области. Столько же в Югре, на Ямале в первый класс пойдут 8 тысяч ребят. Отмечу, что с сегодняшнего дня и до 30 июня прием заявлений открыт для тех детей, которые живут на прикрепленной школе территории или имеют льготное право на зачисление. А уже с 6 июля по 5 сентября подать заявление на запись в школу смогут родители, чьи дети живут на незакрепленной территории, в том случае, если в школе есть свободные места. И еще подать документы можно по нескольким способам. Через портал госуслуг, принести документы лично в учебное заведение по графику или заказным письмом с уведомлением по почте.